сначала после суда неделю как в тумане ходил. Все не мог поверить. Платные, около 50 рублей за сутки с человеком. Сюда не дают день приезда без разговоров и очередей. Обычно очереди идут коротко, так как комнаты знают. 13 числа пойду на работу плотником. Говорят, на работе время быстрее летит, а это здесь платно. Многие уходят на свободу условно досрочно. То есть отсидев всего 2/3 срока. Так что через год будет надеяться на освобождение. Не забывайте меня. 48 размер. Пиджак джинсовый, по возможности черный. Футболка 2 штуки, трусы 3 штуки семейные. Носки. Следующая остановка. Шуха бейсбольная. Осторожно. Спросите, кто же будет работать? Тоже отвечу. Очень просто. Китайцы! Нужно отдать им в аренду всю землю. У нас есть огромные просторы. Реки, леса, недра. А у них есть рабочие руки и другие части тела. Сухобезводное – это состояние моего сердца. Мне написал отец. Первый раз за полтора года. И мотивировал это тем, что лучше всего при встрече.